День рождения Гатчинского района в этом году впервые праздновали на территории музея-усадьбы Рождественна. Проходил он под своим традиционным названием «Ценим прошлое, верим в будущее». И окружающий ландшафт, и легендарный дом семьи Рукавишниковых-Набоковых создавали удивительную атмосферу, полностью соответствующую названию праздника. Официальная часть торжества, включающая в себя награждение и чествование заслуженных людей района, чередовалась с выступлениями творческих коллективов и театрализованными действиями, посвященными важнейшим событиям 2015 года, 70-летию Великой Победы и Году литературы в России. Особым подарком жителям было выступление народной артистки России Людмилы Сенчиной. Льется реченька, наши реченьки, задушевная и простая, только вслушайся в эту музыку твоего родного края. На празднике присутствовали члены правительства и депутаты законодательного собрания Ленинградской области. Мы вообще хотим, чтобы каждый город Ленинградской области имел, с одной стороны, неповторимое свое лицо, а с другой стороны, социальный стандарт, когда количество школ, объектов здравоохранения, культуры, благоустройства соответствовало необходимым стандартам с тем, чтобы мы все жили в комфортной среде. Чтобы у нас не было обездоленных, чтобы у нас минимальные выплаты, независимо, ребенок это пенсионер или тот, кто временно не работает, получали доходы, выплаты или пособия на уровне минимальной потребительской корзины. Мы хотим, чтобы у нас было хорошая экология. Мы хотим, чтобы у нас был безопасные, чистые города и поселки. Мы хотим, чтобы мы перешли от лозунга «Ленинградская область – успешный регион» к понятию «Ленинградская область – территория успешных людей».